Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Всемирный день книги и авторского права. Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова обратилась к директору литературно-издательского центра «Луция» Тамаре Валентиновне Овчинниковой с просьбой рассказать о новых книгах, изданных в этом центре. Тамара Валентиновна представит интереснейшие издания, которые она подарила читателям библиотеки. В Архангельской области издается достаточно много книг. Если посмотреть статистику Архангельской книжной палаты, которая ведется в Архангельской областной библиотеке имени Добролюбова, можно увидеть, что это тысячи экземпляров. Ну а сегодня я готова представить книги издательства «Луция», которые связаны с именами наших писателей, наших авторов, связаны с краеведением, с той информацией, которую люди собирают о своих землях, о своей родине. А начать хочу вот с этой замечательной книги Павла Григорьевича Кренева «На севере, на летнем берегу». Буквально на днях состоялось награждение автора Павла Григорьевича Кренева в Москве в храме Христа Спасителя этой книги в номинации «Лучшая книга для духовного просвещения, для подростков». И Павел Григорьевич получил литературную премию имени Аксакова. Очень здорово, что именно вот эта книга стала лауреатом этого конкурса, потому что она написана на основе его детских воспоминаний о жизни в нашем, на побережье Белого моря, в деревне Лопшень, откуда он сам родом. Здесь ряд рассказов и повестей, связанных с подрастающим поколением, с тем, как человек растет, взрослеет, то есть с детством и юностью молодого человека. Павел Григорьевич, кстати, в прошлом году выпустил еще одну книгу, это называется «Поморский полк». Это повести и рассказы о войне. В прошлом году вышло немало книг, посвященных 75-летию Великой Победы. Все они прошли не очень замеченными общественностью и нашей читательской аудиторией из-за всем известных ковидной ситуации. Но могу сказать, что одна из них – это «Во имя жизни, во имя Отечества», которую подготовил внук нашего известного ветерана Великой Отечественной войны Михаила Калиновича Голоцана, Олег Владимирович Голоцан. История и судьба Михаила Калиновича, о котором рассказывается в этой книге, она, собственно говоря, во многом созвучна с той судьбой тех людей, которые ушли на фронт, воевали там, кто-то погиб, а кто-то вернулся. И счастье, что они вернулись и рассказывали нам о страшных военных годах, чтобы они больше не повторялись в нашей жизни. Я думаю, что тема, связанная с трудовыми, военными и трудовыми буднями, она затронула и Олега Борисовича Химановича, северодвинского историка, северодвинского исследователя истории. И он написал книгу, посвященную 90-летию аэропорта Кегостров. И здесь очень много имен тех людей, которые внесли, я считаю, очень большой, значимый интеллектуальный, духовный вклад в развитие нашей области. Не так много книг выходит о гражданской авиации на севере. Одна из них – это книга северодвинского историка Олега Борисовича Химановича «И будет летать железная птица» об истории Кегостровского аэропорта, который, к сожалению, уже не существует, но там есть до сих пор кладбище, где похоронены несколько летчиков, которые в свое время служили в этом аэропорту, в этом аэродроме. Могу порадовать библиотекаря Архангельской области тем, что на полке библиотек в ближайшее время поступит несколько книг для читателей области. Это, как я уже говорила, книга Павла Григорьевича Кренева «На севере, на летнем берегу». Это книга Федора Абрамова «Пелагея и Алька». Интересна судьба у этой книги. Она должна была выйти более 50 лет назад в издательстве «Советский писатель».
Но вышла только сейчас. Вышла она сейчас, но с той обложкой, которую утвердил сам Абрамов, и с теми иллюстрациями, которые нарисовала художник из Санкт-Петербурга. Елена Нотаревич. Именно этот макет с этими двумя повестями утвердил Абрамов в свое время в 1982 году. Но книга не вышла, потому что в 1983 Федор Александрович ушел из жизни. К сожалению, набор был рассыпан, а иллюстрации, слава богу, остались в мастерской художника и лежали там достаточно долго, то бишь до прошлого года, когда художники стали разбирать мастерскую и случайно обнаружили эти иллюстрации, в том числе даже уже макет будущей книги. Они позвонили в наш Архангельский краеведческий музей и попросили, вернее, передали им эти иллюстрации. И, кстати, именно этот иллюстративный ряд книги «Пелагея и Алька» стал основой очень многих экспозиций, посвященных столетию Федора Александровича Абрамова в прошлом году. Очень замечательно, что эта книга вышла в юбилейный год. И сейчас наши читатели могут ознакомиться с этим, потому что книга поступает во все библиотеки области. Кстати, если говорить про Федора Александровича Абрамова, его когда мы праздновали его столетний юбилей, следует отметить, что мы выпустили книгу Елены Ивановны Якубовской, научного сотрудника Пушкинского дома в Санкт-Петербурге, которая опубликовала рукопись Федора Александровича. А эта рукопись связана с фольклором Пинежского края. Будучи студентом факультета филологии Санкт-Петербургского государственного университета, на практике он поехал по Пинежскому району и заехал, конечно же, в свое родное село Веркало к своей маме. И это было в 1939 году. Степанида Павловна Абрамова наговорила, напела ему ряд произведений, которые потом вылились вот в такую замечательную книгу «Материнское наследство». Но на этом история не закончилась. И следующая книга под составительством Елены Ивановны Якубовской называется «Культурное наследие Пинежья». Она уже знакомит читателей с фольклором, с традициями деревень Летополы, Карпогор, Айновой горы, Шотовой горы, Явзоры, Лавелы, Городецка, ну и, естественно, Веркалы. Так что, кому это интересно, можете посмотреть эту книгу тоже в библиотеках Архангельской области. Я считаю, что это отличная информация для тех, кто занимается сохранением исторических традиций, сохранением культурного наследия нашего края, фольклором прежде всего. И заканчивая абрамовскую тему на сегодняшний день, хочу отметить публицистическую книгу Федора Александровича Абрамова, которая называется «Душа и слово», где собрана вся публицистика практически, которая в свое время была издана в различных сборниках и отдельными книгами «Душа и слово» она называется. Она тоже вышла в прошлом году к юбилею Федора Александровича. И еще одна книга, которая поступает в библиотеке Архангельской области, это книга семьи Ольги Александровны Фокиной. Интересно у нее название «Семьи Струнка», потому что здесь собраны произведения не только самого автора стихов и прозы Ольги Александровны Фокиной, нашей российской поэтессы, но и ее супруга Александра Чурбанова, дочери Инги, братьев Валентина и Владимира, невестки Людмилы, племянницы Галины. Вот такая вот семьи Струнка получилась вот в этом замечательном издании. Тоже можете посмотреть, насколько талантлива семья Ольги Александровны, почитать уже как публиковавшиеся ее стихи и произведения, так и новые. С этой книгой тоже можно будет познакомиться в библиотеках, потому что буквально на днях она поступит на книжные полки.
Я очень ценю и уважаю наших авторов, которые занимаются краеведением, для которых история нашего края – это смысл их бытия, смысл их жизни. Один из немногих авторов, которые очень хорошо, грамотно работают с текстом, умеют собирать этот материал и преподносить его нам, читателям, это, конечно, Леонид Иосифович Левин. Его замечательная книга, посвященная истории брауншвейгского семейства. Собственно говоря, это не только история Архангельской области, но это история страны. Она повествует о печальной, в общем-то, судьбе этой семьи, которая, по большому счету, была заточена в Холмогорах и прожила несчастную жизнь. Но в то же время это та самая историческая правда, которую мы не должны забывать, которую мы должны знать, помнить и понимать, что, собственно говоря, вот это тоже наша история. Так сложилось в то время. Называется эта книга «Генералиссимус зарыт в Холмогорах». Именно вот таким вот, может быть, немножко грубоватым словом «зарыт», но действительно могилу никто не может найти императора до сих пор. Я очень благодарна тем людям, которые занимаются историей нашего края. В частности, Анатолий Васильевич Новиков подготовил книгу об известном Вишуконском районе роде Ляпушкиных из Русамы, назвав эту книгу «Сага о древнем роде». Книга хоть и небольшая, но она достаточно подробно рассказывает о семействе, о том, как, от кого пошло это семейство Ляпушкиных и чем они занимались в Русаме. Еще одну книгу мне хочется отметить, которая, на мой взгляд, незаслуженно забыта. Имя этого человека незаслуженно забыто, хотя оно очень известно в литературном мире не только Архангельской области, но и России. Это Александр Яшин. Его дочь Наталья Александровна подготовила к изданию книгу «Запасаемся светом». В свое время Александр Яшин, член Союза писателей, был очень известен в нашей стране. Его книги публиковались, издавались, но... И он хорошо очень известен, естественно, в Вологде, потому что он жил в Вологодской области. Известно его место, где был его дом, Бобришин-Угор. Собственно говоря, на Бобришином Угоре и состоялась встреча нашего писателя Федора Александровича с Александром Яшиным. И вот Наталья Александровна собрала прозу и поэзию своего отца, сделав такую достаточно солидную, достаточно серьезную книгу, почти 500 с лишним страниц, сказав, что я собрала все, что я хотела сказать о своем отце. Мы с ним встречались в Москве, когда готовили эту книгу. И здесь есть ряд фотоиллюстраций, которые говорят о том времени, когда наши писатели, советские писатели на то время... были очень известны, и они несли свое замечательное слово нашим читателям. Свое хорошее, свое замечательное, я считаю, очень сильное духовное слово несут, продолжают нести члены Союза писателей нашей Архангельской области. В частности, был выпущен ряд книг членов Союза писателей. Поэт Александр Александрович Логинов из Каргополя порадовал нас своей новой книгой. Называется она «Возвратите мне Родины свет золотой». Ирина Кимакова, тоже из Каргопольского района, член Союза писателей, выпустила уже свою третью книгу «Книга осени», где во многом мы ее знаем уже не как писательницу некой природы, действий, ситуаций, деревенской жизни, но и как глубокого философа. Поэтому всем, кому интересно творчество наших северных писателей, поэтов, мне кажется, порадуются новой книге Ирины Кимаковой. И еще одна книга, которая, кстати, является победителем фестиваля «Гринфест». Этот фестиваль проводится ежегодно в Архангельской области, посвящен Александру Грину. Это книга Ирины Ивановны Турченко, которая живет в Мирном Плесецкого района, а сама она из Усть-Почи.
Ее очень интересная подача деревенской жизни, очень всегда привлекает внимание читателей, и в интернете на ее страничке, когда она публикует отрывки из своих рассказов и повестей, вызывает очень большой отклик. Людям нравится, как пишет Нарина Ивановна. Это, конечно же, только малая часть тех книг, которые мы выпускаем в нашем издательстве. И не только художественные произведения и поэзии, но и краеведческую и детскую литературу. Об этом вы можете узнать, зайдя на наш сайт издательства «Лоция». Но, собственно говоря, мне бы хотелось здесь прежде всего сказать, что наши авторы, они ведь очень востребованы на российском рынке. Когда мы представляем свои книги, допустим, на книжной ярмарке в Москве или в Санкт-Петербурге, очень большой интерес к этим произведениям присутствует. Но, правда, книги все выходят очень маленькими тиражами, что меня, конечно же, огорчает, потому что не все люди могут их прочитать. Но, с другой стороны, видимо, на сегодняшний день такая ситуация, что не всем людям интересно читать. А в интернете этих книг так просто тоже не найти. Они есть в бумажном виде, и слава богу, что они есть в библиотеках. Поэтому, как говорится, заходите в библиотеки и читайте наших авторов.